Бетон, бетон, бетон. Грюс год, либо Фройда, привет, привет, дорогие друзья. Наш новый выпуск начали мы с фрагмента о самом высоком готическом соборе Европы. 162 метра высота его главной башни. Ульмский Мюнстер является характерным примером южногерманской готической архитектуры. И что примечательно, похож он на своих собратьев не только своим архитектурным обликом, но и длительностью строительства. Этот долгострой был закончен только в 1890 году, через 500 лет после начала возведения. Но речь сегодня пойдет не об этом грандиозном сооружении, не о немецкой готике, а о романтическом стиле в русской архитектуре, о неоготике, о так называемом стиле времен правления Екатерины II. Именно великая императрица и была заказчиком тех двух сооружений, о которых сегодня пойдет речь. Итак, отправляемся в Москву, отправляемся любоваться достопримечательностями. Вас он с Гием. Поехали! Итак, первая достопримечательность, которую мы идем осматривать, это самая крупная в Европе неоготическая постройка 18 века. Подмосковная увеселительная резиденция. По мнению Екатерины II, это место должно было стать сущим раем. И, наверное, поэтому она назвала его Царицыно. Поместье было куплено императрицей в 1775 году, а через год Василий Баженов, архитектор, которому она сделала заказ, представил ей свой проект.
По желанию августейшей заказчицы, постройки должны были быть выполнены в готическом вкусе. Баженов, конечно, это учел и получил одобрение на строительство. Но строительство из-за проблем с финансированием вместо 3 запланированных лет растянулось на все 10. Через 10 лет, в 1785 году, Екатерина II отправляется осмотреть строящуюся резиденцию. «Это острог, а не дворец!» – возмутилась императрица и приказала все снести. Баженова от строительства отстранить и разработать новый проект главного дворца. Такая вот неудача постигла блестящего архитектора, причин которой историки называют много. Это и масонство Баженова, и его тайные контакты с цесаревичем Павлом. Но мне кажется, что здесь немаловажную роль сыграло все-таки время. Ведь прошло 10 лет, и императрице уже исполнилось 56. А в таком возрасте как-то уже начинает пропадать интерес к романтическим увлечениям вроде неоготики. Меняется мировоззрение. И теперь уже в архитектуре господствует благородный классицизм, смыслом которого становится рационализм, простота и естественность. Но вернемся к тому времени, когда Екатерина еще была увлечена любовными интригами, когда Григорий Потемкин был еще ее фаворитом, и она еще находилась в эйфории после одержанной над Турцией победы. Со времен Петра I и Елизаветы Петровны строительством императорских резиденций занимались иностранные специалисты. Но Екатерина II, гордясь своей Россией, своим народом, сразу 2 дворцовых ансамбля поручила запроектировать 2 русским архитекторам. Василию Баженову Царицына, Матвею Казакову Петровский путевой дворец. Проектирование и строительство этих 2 комплексов проходило одновременно. Одного в южной части Москвы, другого, которым занимался Казаков, с противоположной, с северо-запада. Царствующие особы и приближенные к ним вельможи должны были останавливаться и отдыхать в этой резиденции после проделанного путешествия из Петербурга в Москву. Матвей Казаков быстро и блестяще справился с порученным ему заданием, хотя и утвержден был в звании архитектора только за несколько месяцев до получения этого заказа от Ее Величества. Еще интересный факт из биографии Матвея Казакова. За границей архитектуре не обучался, как это было тогда принято. Никогда за пределы России не выезжал. Вот его-то Казакова Екатерина II и выбрала для перестройки Царицынского дворца.
вновь назначенный архитектор, как и пожелала Екатерина II, снес неугодный дворец и принялся за строительство нового. Без сомнения, построенное Казаковым главное здание стало украшением всего ансамбля. По сравнению с баженовским творением, в нем использовано даже больше готических деталей, как этого и хотела изначально императрица. Остроконечные башни, арки, стрельчатые окна. Вместе с тем, Большой дворец – это переход к русскому классицизму в архитектуре. Об этом говорят его уравновешенные гармоничные пропорции. Матвей Казаков с большим уважением относился к таланту Баженова и в своем проекте попытался по возможности сохранить избранный им стиль. Максимально бережно вписал Казаков новый дворец в уже построенный ансамбль. На этом, друзья, наша сегодняшняя экскурсия закончена, но не выпуск, потому что сегодня 19 ноября, а 19 ноября для нас особенный день, для нас это праздник, поэтому виртуально переносимся сейчас в Ижевск, где живет и работает наш друг-именинник. И где особенно все радуются его дню рождения. Вова, мы сейчас вставим старое видео 9-летней давности, но наша дружба, наша любовь к тебе не стареет. Мы поздравляем тебя, желаем здоровья тебе и всей твоей семье. Будь счастлив! А мы, твои друзья, всегда ждем и рады тебе. Пиши, звони, приезжай. Дорогие наши Вова и Марина, поздравляем вас с вашим юбилеем, 51-м. Правда, почитаем. Марина и Вова. Вовчик, мы тебя любим, поздравляем, желаем счастья. 51 год – это немного, еще столько же 20 раз. Поехали. Вилка и вилка какая, водкой запивая, Вовчик, ты еще не спишь. А где твои соседи, как крикнут, как медведи, здесь в ночи труднее уснули. Все твои соседи дрыхнут, как медведи, ты в ночи друзей услышь. Все мы запирали и спешим поздравить с днем рождения Бога тебя. От души желаем счастья и здоровья. Мы тебя лобзаем, от души желаем счастья и здоровья. Здоровья, счастья, успехов и